Строители развязали еще один транспортный узел на юге Москвы. Открыто движение по эстакаде на пересечении Варшавского шоссе и Балаклавского проспекта. Движение организовано по три полосы в каждую сторону. Под эстакадой обустроили повороты и развороты. Эта эстакада станет частью Южной Ракады. Это новая магистраль длиной 40 километров. Она пройдет от развязки МКАД с Рублевским шоссе до улицы Верхние поля в Капотне. Южная Ракада свяжет Кутузовский и Мичуринский проспекты, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу. Новая трасса станет дублером МКАД и третьего транспортного кольца и уменьшит перепробег транспорта. Строительство Ракады ведется в два этапа. Первая половина этого проекта реализована. Реконструирована Рублевка, Аминьевское шоссе, Обручевское, Балаклавский проспект. И вот Южная Ракада пришла сюда, на Варшавку. Здесь построена эстакада прямого хода. Я надеюсь, автолюбители в понедельник на этом участке будут ехать с большей скоростью и большим удовольствием. Второй участок магистрали от Балаклавского проспекта до Пролетарского готов на 75%. Его построят уже в 2018 году. Ольга Завершнева, Иван Коробков, Михаил Колобаев, Строймосру.